Всем приветики. Вчера со мной такая история приключилась. Ударила я своим телефоном вот так вот об стол. И после этого перестал работать сенсор. Ну как перестал? Я прикладываю палец к сенсору, вернее к сканеру отпечатков пальцев. И он мне говорит, появляется такая вот, такой экран блокировки. И мне здесь пишет, не удалось типа распознать отпечаток пальца. Я уже и один, второй, и третий. Вообще никак. Я думал, блин, все, типа, от удара сломался. Потому что он как раз именно так вот как-то ударился. Я думал, от удара сломался сканер отпечатков пальцев. И уже такой расстроился, думаю, все, блин. Я уже, ну, пальцами, там можно 5 отпечатков назначить, 3 из них я попробовал, ничего не помогло. Такой, думаю, ну все, обидно так стало. Потом, если это можно разблокировать паролем. Паролем разблокировал, зашел в настройки. И удалился отпечатки и назначил заново. И после этого стало нормально разблокироваться. Вот прикладываем палец, и вот оно разблокируется. А вчера вообще не хотело. Так что если у вас вдруг такая же проблема случилась, попробуйте переназначить. Ну, то есть, если вы нажимаете «назначить новое», и вы нажимаете, и оно их принимает, значит, он работает. А если уже нет, ну, тогда уже, наверное, все. Так что вот как-то так. На этом все. Всем покидаю.